сынам, тогда вот маме. Мама говорит, что все было по взаимному согласию, ей рассказал сын. Как все было на самом деле? 31 марта этого года Ульянова Дарья, это соседка по общежитию, позвала меня на день рождения к своему другу, что там будут ее знакомые девочки, про мальчиков она ничего не говорила. Вы пили в тот день, скажите, пожалуйста. Ну, вот нет. Честно и откровенно, пожалуйста. Я пила водку. На донышке я скачал, на донышке я скачал, на донышке я скачал, на донышке я скачал, на донышке, на донышке, на донышке, на донышке, на донышке я скачал. На донышке я скачал. На донышке я скачал. На донышке я скачал. Алкоголя. Сергей зашел за мной и закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Смирилась с этим, да. Вот да. Все идет к финалу. Он же как-то устал, продолжила спать после второго изнасилования. Нет, я понимаю, что все это что-то случилось, то, что все это ужасно. Скажи, пожалуйста, мы правильно поняли, что тебя за эту ночь изнасиловали дважды два абсолютно разных человека. Все верно? Сергей зашел за мной. Да, верно.